И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Pwn Exiles. И сегодня чистка. Судя по названию, вы это поняли. Пошел я, понимаешь ли, покачать бойца. И переделал экспу за все стандартно, за убийство мобов десятка. И появляется сообщение. Бла-бла-бла, все дела. Близится чистка. То есть появляются такие, там два меча появилось, и, короче, на экране. Я не успел рассмотреть, кто. Ну, в общем, чистка начинается через буквально 9 минут. И я к ней не сильно-то готов. Морально. Я прям уверен на 100%, что будет изи-бризи, но... Типа, камон. Так, ладно, ты пахнешься. Здесь из того, что я сделал, это... Сделал масло. Немножечко поперекидывал предметы. Попытался понастраивать, чтобы петы выросли получше. В каком плане? В том плане, что я вырастил страусов, ну, то есть освободил себе слоты. Кстати, тоже будет надо будет их прокачать, чтобы они быстрее росли. Ой, короче, быстрее росли, все, туплю. Почти 2 часа ночи. Чтобы они лучше... А, нет, ты уже как бы лошадь, да? А, отлично. Туш, погоди, тогда чё... Я просто смотрел на Вики, и там что-то в загоне было сказано про жеребца. Неужто я вот это вот зря делал? Ага, не, это, видать, просто старая информация, и потом сделали конюшню, и как бы все хорошо. Ну, как бы логично. Окей. У меня есть теперь конь. Коня вырастил. Кстати, коняка прикольный, раскраски. Мне нравится. А сколько в тебе здоровья? 4000. Неплохо, неплохо. Тоже нужно будет подкачать обязательно. Так. Где моя вояка? Я что-то вот это не понял. А, погоди-ка. А что за мечи? Они типа отсюда откуда-то пойдут, что ли? Не понял. Это раз. А во-вторых, где моя вояка? Так, ну отсюда они пойти не могут. Есть только через воду. Окей. Ну, у меня... Вот она ты где. Ну, господи, я уж думал. Так. Ладно. Погнали к выходу. Поставлю их внутрь помещения. Сам буду, как я и уже сказал, сам буду отбиваться. Тем более, что с моими оружками, с моими рейтами это не составит большого труда. Я прям уверен на 100%, что эта чистка пройдет прям вот, вот на... Как на... Нифиг нафиг. Так, бери. Ага, отлично. Так, все. Тебя мы ставим здесь. Тебя мы ставим... Кстати, да. Тактика держать позицию. Я нашел, где смотреть параметры. Я дебил. И вот это вот... Ну, это же всегда. Вот это же всегда. Восклицательный знак. Это параметры. И либо и. Это параметры. Но вот как-то я вот в этом плане протупил, конечно. Ну, что поделаешь. Так, следовать за мной. Давай тебя вот так переместим. Хотя бы для начала сюда. Этих я поставлю здесь. Вот. Давай, ты как у нас асгардовец. Будешь стоять в центре. Так. Ну, а ты у нас будешь стоять здесь. Вот, и здесь уже можно посмотреть параметры. Вот он, боец, но у него проворство. Проворство у него. А он боец. А у него сила. Давай вот так делать.
А то ты мне с этим силовым оружием вообще ничего не сделаешь, по ходу дела. Проворство. 30. Живучесть, выдержка. Ну, допустим. Что у нас здесь? Вот она, сила, живучесть, все хорошо. И у тебя оружка на силу. У тебя тоже сила, живучесть, все отлично. Хоть что-то хорошо. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь живучесть, сила. Гениально. Лучница, сила. Здесь также сила, живучесть. Отлично. И здесь у нас сила почему-то в минус, проворство плюс. Ну это своя прокачка. То есть вот они, скиллы. У них, по ходу дела, свои скиллы еще прокачиваются. Та хорошая форма. И здесь авангард. Ай. Сильные лучники. А я им всем дал оружки на проворство. Что самое смешное. Эй, ёп. Ладно. Пока еще есть время. Давай посмотрим. Здесь тоже сила. Пока что самый проворный — это лучник. О, это боец. Во! Во! Кончека из Гиркании. Это случаем не самая первая лучница, которую я притомил. Что-то мне подсказывает, это самая первая лучница, которую я притомил. Да, уж. Ладно, в любом случае, как бы и пофигу. Но, значит, можно будет этих лучниц спокойно... Ну, кстати, теперь объясняется, почему они так хорошо в упор с оружием дубасят просто... Как нефиг нафиг. Да. Это немножечко объясняет то, что они вблизи намного жестче остальных были. Так. Нет. Погнали наверх. Ну и что? И будем ждать. Посмотрим, что здесь будет. Но я думаю, они пойдут все равно оттуда, по прямой. А там уже будет видно. 2 минуты. Кстати, вот же у меня еще лучники есть. Ну, хоть ты проворство, отлично. У меня уже 3 с проворством. О, вот они, настоящие лучники. Вот они. Бойцы. Молодцы. Так, у меня получается 1 боец, 3 лучника с проворством. Лук, если я не ошибаюсь, это проворство. Если я не ошибаюсь. Пробитие доспех, оружие, да, оружие для проворных. Ну, то есть нужно будет перебалансить все это дело. Если бы я заметил это раньше, было бы немножечко получше. Да, кстати, вот выжимки. Густая вытяжка из алоэ. Это вроде бы самое топовое. А, нет, самое топовое была из там, короче, дофига этой... алхимические смеси требовала. Не решил, что мне этого достаточно будет. Так, единственное, что сделаем вот так, чтобы на всякий случай случайно не заюзать. Ждем. Так. Как хорошо, что можно нажать на паузу и попить водички. Банда бродячих головорезов атакует. Вот так реально, откуда они пойдут? С воды или по прямой? Вот это вот только непонятно. Но, как вы понимаете, мне на это пофигу. У меня что здесь вышка, что здесь вышка. У меня вышки везде. Так что мне на это в целом-то плевать. А, вон они. Давай посмотрим, как сработают или сработают ли лучники. Они же лучницы. Ну давай проверим все равно. Не, нафиг. Ой, я промазал. Ну, в воде они застревают, конечно, смешно. Так, погоди. Если... Так, погоди.
За мной. Экспа. 13500. Ну, на халяву. Ну, какие-то они дешевые. Это вообще стоит на месте. Так, а где? А, вот ты где. Так, лучница. Вот и проверил. Лучницы что-то даже как-то и не пытаются атаковать. Ну хотя нет, что-то атакуют. Что-то атакуют, что-то пытаются сделать. Кстати, что у них по луту? По луту ни о чем. Ну, то есть... Здесь чистка примерно такого уровня, что вот, вот кто у меня вот там бегает за водой, вот такие же. Так, ну смотри, они что-то были наготове, вот, что-то там сдвинулись лучницы, значит, что-то пытаются сделать. Вопрос, как сделать так, чтобы они все-таки стреляли. Наверное, ставить нужно будет не... Ты что там, плавать пытаешься? Наверное, нужно ставить не вот такие вот, а вот такие бойницы, как сверху. Так. Где-то, по ходу дела, один застрял. А где? Может, где-то здесь он? Я слышу звуки от него. Сверху они вообще никак не реагируют. Что смешно. Так, погоди. Ты не мог где-нибудь случайно где-нибудь здесь заспавниться? Так, ну я тебя как минимум уже слышу. Вот скажи мне, как ты здесь оказался? Это во-первых, а во-вторых, почему мои охрененные лучники стояли на это смотрели? Тут как бы несколько вопросов появилось. Так. Собирать силы, это походу дело чистка закончилась, да? Да ты чё сдвинулся? А, не, во, близко, чистка, все нормально, они двигаются. Бэм! Кожевник был. Когда-то. И сейчас вот бегут. Да. Ой, какой серьезный. А, блин, тебе повезло. Отлично. Чистка, чистка, чистка. Ну, опять-таки же, да? Сейчас посмотрим, какие здесь позаспавнятся. Да. Вот так, наверное, кемперы играют, да? В каком-нибудь расте. Не, ну здесь хотя бы экспа тикает. Есть смысл мобов пострелять. Там-то вообще по бомжам стреляют. Банда головорезов. Оба-на. Стоял же там. Так. А теперь откуда? Угу. Вот они. Не, я точно не попал. А вот так должен попасть. Е-е-е. И вот так должен попасть. Отлично. Ну, в кого-нибудь попаду. Так, спускаемся. Слышь!
Я тебе сейчас это подожгу. Какая сволочь стреляла? Мочи козлов. Так. А все идут и идут. Ты посмотри-ка на них. Какие неугомонные. А вот стенку мою, конечно, они прикольно пытались поджечь. Я опять кого-то слышу. Так. Что с моей стенкой? Мне это очень интересно. Хе-хе-хе. Да. Кстати, вот этот верстак поставил, а он просто тупо изменять этот внешний облик. Ну, первая чистка, конечно, она такая. Проверить на способность... А, вот вы где. Проверить на способность своих чуваков. Вон, стоят, ничего не делают. Это по факту. Отлично. Да, стоят, ничего не делают, конечно, весело. Опять шатер. Опять куча всякой гадости. Ладно, ждем дальше. Так. Головорезы атакуют. А я тут кое-что решил проверить. Парам-парам-пам. Кирпичные ограды. Что-то не ставится эта оградка. Это плохо. Да и стенка не ставится, потому что там, по ходу дела, чуваки стоят. Вот из-за этого и не ставится. Ладненько. Ну, погнали. О! Блин! Он что-то именной. Вот так. Тихо. Так, уже лучше. Где моя воровочка? Она же цепь. Так. Ты, главное, там, чувак, давай это. Того. Красава. Ого, это ты, короче, зря сюда зашел. С ним там разберутся. Лучник. Ты заблудился. Оу! Так. Что-то там еще внутри происходит. Вот только где? А, вот где. Еще одна волна? Да сколько можно? Не, ну уже хорошо, уже именной появился. Мы уже его приветствовали. Так, стой, охрани. Давай попробуем сделать... Вот так. Меч папирус? Откуда меч папирус? Я откуда-то... Я что ли обратно не закинул? Это плохо.
Ладно. С этим потом разберемся. Близит чисткам. Я их, кстати, видели, они стояли на весь все равно. Вот это прям вообще. Вот пофигистки хитрые, что ты растудышь тебя. То, что ж ты не ставишься-то. Скотина. Это прям беда. Следовать за мной. Так, а где здесь? Вот он ты. Вон, один уже из ваших тут бегал. Да, я еще получше надстроил, чтобы эти рабы еще быстрее, так сказать, делались. Не, ну вы, конечно, да, вы, конечно, могете. Оп, попал. Значит, сейчас реагирует. Надеюсь. Мне что, за вами плыть, что ли? А, не, о! О, подожди, 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 подожди! Подожди, 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 подожди. Вон тех атакуй. Не-н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 е. А ты куда? Иди сюда. Стоять. Вот лежи. Так, ты тут кого замочил? Фигня? Да, это можешь мочить. Я не знаю зачем. Но пускай будет. Так, пошли за мной. Угу. Опять-таки же повторюсь, не знаю зачем, но пускай будет. Отличненько. Нормально, 8-й левел. Отчаиваемся. Сейчас он еще тех дебилехоньких бы это встретить. Вот угораздил их заспавниться там. Ну дебилы. Ого, блин. Хоп-хоп-хоп. А где мой чувак? А, вот и где. Ну и что? Не-не-не-не-не, не до тебя. Да и что? Не, этот остров, конечно... Точнее, вот этот полуостров удобный. Но то, что они спавнятся на острове, это, конечно, газость. Надо будет делать мост. Ну, чтобы это, плавать быстрее. Ну? Ты что-нибудь с ним сделаешь? Так, вот он тебе щит сломал. Так, я что-то не понял. Кто где что бьет? Опять что ли наверху заспавнился? Да ты серьезно? Нет, здесь тишина. Ай, ё-моё, меня самого выкинуло. Ну, погнали проверять наверх. И, кстати, да. О. Да ты... Какого фига? Так, говорят, забирает силы. Отлично. Ну вот как они тут спавнятся, это мне не нравится.
Мне это прям очень сильно не нравится, как они здесь спавнятся. Так. И где-то там мой бравый воин. Ага, вот ты где. Надо вот так хотя бы тебя уже сделать. Вот, точно. Берсерк. О, это в смысле я меч выбил, что ли? Меч папирус. А, точно, я ж менял кому-то меч. Точно, я ж тебя на кинжал его поменял, так как ты у нас проворный. Вот откуда у меня этот меч. Вот я дебил. Ну, кстати, справедливости ради, чистка была бы жесткой, если бы не моя прокачка, не мои шмотки. Ну-ка. Ладно. Потом повеселимся. И лучницы не атакуют. Вот стоят уже здесь и не атакуют. Возможно, что-то в настройках не так. А теперь атакуют. Интересно. А, так эти прибежали. А я думал, они до отсюда не добегают. Ну, тоже прикольно. Эти, костровые, которые... Да ёпрст, ну и пошел ты. Ага, вот, стреляют. Все-таки стреляют, да? Ну тоже хорошо. Так. Мне нужен мотолок. Ну вот так тогда пока что сделаем. Стоят на месте, все хорошо. А значит, могут пострелять, если в что. А, дебилы. Они опять на острове заспавнились. Так, я вас слышу, что вы где-то кто-то орет. Ага, во. Ё-моё. Это, конечно, не политкорректно, но захотелось пошутить, ну, потому что реально не видно. Ох уж эти замойские лучники в темноте. Ну и? Ага, вот они еще. Не, дефт, конечно, очень удобно. То, как они тупят, это прям что-то с чем-то. Вон идут, там и все в таком духе. То есть это прям норм тема. О, боец. Так, вот ты, туда такой. А у меня тут боец. Ну, из тебя плавун точно плохой. Искусственный интеллект. Двигайся. Так, сейчас погоди. Вот этого атакуй. Да. Вот прям как чувствовал, что ты у меня сейчас под руками появишься. Хо-хо. Это было жестко, конечно, но... Добьешь. Чую, короче, просто нужно будет ставить их в чисто поле. И лучников. Так, погнали. И лучников ставить в чисто поле, короче. И воинов. И уже они просто стенка на стенку будут дефаться. Вот примерно так, я думаю, нужно будет делать по ходу дела.
Сейчас бессмертный воин забежит. О, эти уже приручились. Отлично. И остаются только... Никого я не вижу больше. Остаются только вот на том острове. Ох. Это как минимум утомительно вот так вот бегать туда-сюда. Надо реально здесь делать будет мост. По факту. Я задолбываюсь туда-сюда бегать. Угу. В воде бутыль юзать не могу. Окей. Вот ж. Бесстрашные. Еще кто-то есть? Ну, вроде никого не вижу. Так, а вот со стенками я, наверное, буду делать что-то типа балкончиков попробую. Наверное. Блин, со стенками, конечно, тут еще та редкостная подстава получилась. Точнее, с окнами. Они просто через них ничего не видят. И в этом тупость немалая. Меч в воздухе, конечно, летает, это прикольно. Да еще? Да сколько можно? У меня такими темпами уже скоро новая волна появится. О, берсерк появился, отлично, надо хиляться. Ну-ка, насколько? А, неплохо. Это сколько он, например, 250 хп восстановил, да? А, неплохо. Кстати, что-то у меня уже по левлу. Тоже неплохо. 9 левел. И снова чистка. А я снова попробую восстановить. Сделать бордюрчик. Мне просто охота проверить, будут они через него стрелять или нет. Вот в чем весь сыр-бор, скажем так. Ай, где ты, молоточек? Давай вот сюда уже тебя поставим. Так, так. Так, так. Вот это. Ну не ставится он, собака. Не ставится, дебил. Как это бесит. Вы бы знали. Здесь пока вот эта стройка занимался, намучился, что вот эти вот миллиметры ловить. Это прям ужас. И вот опять не ставится. Из-за чего? Да черт его знает, из-за чего. Кирпичный потолок. А теперь смотри, потолок не ставится. Клево, клево. Естественно, клево. Эй, в задницу все. Так. Че? Кто ко мне идет подраться? Третий боец. Твою мать, в каком они количестве там идут? Ну, в смысле, их там очень много. Так. Еще кто-нибудь есть? Пока не видно. Ой-ой-ой. Вот это тут беготня туда-сюда, это самое раздражающее. Их там реально очень много. Вы серьезно, да? То есть главарь терпит поражение, вы исчезли и все. То есть даже не дождались, пока я к вам приду. Ну и козлы вы, конечно. Вы дождались, пока я приду. Ну... В чем-то и хорошо, что они деспавнятся. То, что они потом... О! Мимо прошел и кого-то нашел. Что вот такого не будет. Ну, а сейчас давай смотреть улов.
Во-первых, жрец. Не знаю зачем. Пускай будет. Ну, а во-вторых, два воина. Не знаю зачем. Пускай будут. Да, я бы еще бы запустил бы, конечно. Флибустьер. Ну, жрец пускай там сидит пока что. Вот флибустьерчик, давай выпустим. Так. Флибустьер. А, железный круглый щит. 1500 хп. Это неплохо. То есть у тебя сейчас... Ну, то есть ты самый жесткий по хп среди тех, кто есть. Характеристики. Проворство, живучесть, выдержка. Да уж. Ну, кстати, судя по билкам, нужно будет их до 20 левела как минимум качать. Ну, с рейтами это как нефиг нафиг. Как вы уже понимаете. Проворство, да, значится. Так, а у тебя сила. И сила качается. Сила, живучесть, выдержка. Это хорошо. Шанс роста, сила, живучесть. То есть ты, короче, прям конкретный танк будешь. То есть у тебя проворство вкачано, но шанс прокачки проворства говенный. Гениально. Просто гениально. За это будешь одноногим Джо. Вот и все. Так, погоди. Ну да. А, ну да, вот. Ладно, шучу я. Не будешь ты одноногим Джо. Ай. Шмотки надо будет переделывать. Ну а меч папир. Вот, ходи, короче, с ним. Раз у тебя шанс на силу, будешь с сильным мечом ходить. Потом одену. Так, и давай подождем. Йелла Сирена. Я, кстати, понял, почему нельзя строить. Потому что... Ну, я думаю, вы догадались, раз я могу уже сейчас строить. То есть, носить я могу, а вот строить не могу. То есть, это сделано для того, чтобы ты во время рейда... Да, я вышел за ногу опять. Чтобы ты во время рейда не смог восстанавливать сразу же постройки. И как бы это логично. То, что я до этого сам не додумался, это уже, ну, как бы мои личные проблемы. Сами понимаете. Да. Внешние, внутренние. Такие простые. То есть я вообще... Так, внешние, внутренние. Я вот так хотел сделать. Типа, и они сюда не выйдут уже. И это... Типа, атаковать должны, по идее. Теоретически. Единственное, что можно сделать, знаешь, что? Не так. А, допустим... Так, не так. Не так. Ага, они урон наносят, эти перилки, блин. Это ничего не сделается. И дверь поставить. Чтобы они не выбежали, хотел поставить что-нибудь, но что-то у меня ничего не получается. Вот это если я поставлю, то она будет дамажить. А, только единственное, что может вот это вот, но она по идее тоже может дамажить. Ну-ка давай посмотрим, если... Так, ну не так, давай хотя бы тогда поставим вот так вот. Да, он точно так же дамажит. Ну бог с ним. Самое главное, что все построено. И они вроде как даже стреляют. Вроде как. Но это не означает, что они стреляют. Давай еще раз. Так, давай вот так. Сейчас еще раз попробуем проверить. Да, а проверим мы на вот тех чуваках. Интересно, они побегут? Ну, вроде как должны. Так, и у вас должна быть вступление в бой. Охранять место. Так, вступление в бой. Охранять место.
То есть никак, да? Ой, как же сложно с этими настройками со всеми, а? Почему нет простой кнопки «Стой здесь и стреляй во всех вокруг»? Почему вот эти вот все сложности? Да, пробуем еще разочек. Кожевник второй. Был. Так. Ну? Не судьба. Ну а чё он? Еще раз скажет своим, что я промахнулся первый раз. Так, ладно, давай посмотрим нашего воина. Не-не-не, это задай. Нашего еще одного воина. Вот она нам. Характеристики. Ну, кстати, хпшка нормальная. Ну, также опять-таки проворство. Сила вообще 95% шанс роста. Ох уж эти войны с проворством и с шансом прироста этого самого прироста силы, это просто ужас какой-то. Ладно, шмотки будем тебя переодевать все равно, так что это сразу же выкинуть и бог с ним. Короче, вот какая-то такая очистка получилась. Не знаю, что, как, где. В целом, что могу сказать? Чистка прикольная. Чистка прикольная как минимум тем, что она легкая. То есть первые чистки, они легкие идут, и значит я правильно помню про эту всю фигню. И то есть они дают тебе подготовиться, понять нюансы и так далее, то есть это хорошо. Но как ко всему подготовиться, я не знаю. То есть ко всему ты чисто физически не можешь подготовиться. Что делать дальше? Да черт его знает. То есть как устраивать, выстраивать оборону дома, скажем так. Может пробовать окно, но первый этаж. Вот это еще попробую сделать. Опять-таки же к моему дому вот с соседнего это могут подойти. Ну, кстати, можно будет в другом месте где-нибудь построить, где поближе может агр происходить. И, возможно, там потестируем. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Обязательно мост надо на соседний остров делать, чтобы бегать быстрее. Ну а что? А на сегодня все. Первая чистка закончилась. Вот такая была дебилехонькая. Я, как говорится, волков боятся в лес не ходить. А чистку я боялся, пожалуй, из-за вот этой всей помпезности. Последующие чистки будут тяжелее. И вот видите, да, уже на следующей, на следующих волнах были уже именные. Так что трое именных даже было. Так что в этом как бы, да, в этом есть смысл готовиться. Ну, в следующей серии все-таки надо будет сходить, наверное, за картографом. И уже смотреть, возможно, строить даже картограф. А на сегодня уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.